В Агаповском районе пациенты не могут попасть на прием к врачам. Об этом жители пожаловались Алексею Текслеру. Глава региона поручил Минздраву проблему решить за час. На юге области с Алексеем Текслером сегодня работает и наш корреспондент Владислав Чухров. Он расскажет, какой выход нашли чиновники. Первая точка – самое крупное фермерское хозяйство района. Здесь работает 90 человек. Они засеивают почти 9 тысяч гектаров зерновых. Это пшеница, ячмень и овес. Засеивают здесь и подсолнухи 1500 гектаров. Почти 1500 гектаров. Здесь сейчас строят цех по переработке подсолнечного масла. Также на ферме выращивают коров. 1500 голов. Ферма занимается переработкой масла и молока. Был совхоз Агаповский, потом государство нас переименовывало в АО, ЗТ, ЗАО. Так мы и сохранились в форме ЗАО. То есть сохранили полностью. Это единственный совхоз, будем говорить, на 10 районов юга области, который не обанкротился. Директор фермерского хозяйства рассказал главе региона Алексею Текслеру, что у них сейчас работает 40 единиц техники. И в этом году они закупили новую технику почти на 40 миллионов рублей. Новый комбайн, трактор и посевной комплекс. Но не хватает роботов для переработки молока. Глава региона поручил Министерству сельского хозяйства разработать стратегию развития и роботизации таких фермерских хозяйств. Есть сегодня большое конкурентное поле. В регионе мы себя на 100% молоком не обеспечиваем. Да? Вопрос. Мы ставим себе такую задачу, в том числе через роботизацию, повысить эффективность, соответственно, начинать, так сказать, конкурировать. После глава региона Алексей Текслер проинспектировал поликлинику в районном центре. Главный врач заявил о том, что она укомплектована врачами на 85%. Однако, пообщавшись с жителями, Алексей Текслер узнал о реальных проблемах поликлиники. Жители жалуются, что врачи плохо работают, по-хамски относятся к населению. И чтобы попасть к терапевту или неврологу на прием, нужно стоять в очереди по 4 часа. Глава региона Алексей Текслер поручил исполняющему обязанности министра здравоохранения области Сергею Приколотину решить вопрос с врачами в этой больнице за час. Никакой бережливой поликлиникой, да, конечно, не пахнет. У меня, значит, вот еще раз просьба. Распорядитесь прямо сегодня, чтобы выехал терапевт и отработал, чтобы все приемы у нас, все люди как до врача дошли. Хорошо? И дальше уже организационные системы будете дорабатывать. Ну куда это годится? Я такого нигде не видел, ни в одном районе. Уже на выходе из больницы Сергей Приколотин отчитался перед Алексеем Текслером. Врачи выехали из соседнего Магнитогорска и сегодня по максимуму обслужат население Агаповского района. Сейчас Алексей Текслер проводит традиционную встречу с жителями района. Жители жалуются на плохие дороги, на отсутствие газа в некоторых селах, на школы, на плохую работу школ и неудовлетворительное состояние детских садов. Все вопросы и проблемы сразу же переадресовываются в соответствующие министерства, и глава региона пообещал, что они будут решены в ближайшее время. Владислав Чухров, Павел Головин, Евгений Чекалов, ОТВ.